Так, планшет Matrix 7416, покажу, как сделать hard reset. Для этого зажимаем кнопку увеличения громкости и кнопку включения и ждем. Так, вот высветилась менюшка. Листаем вверх, кнопка увеличения громкости, до пункта Recovery. Подтверждаем кнопкой уменьшения громкости. Так, команд нет. Нажимаем кнопку включения. Команды высветились. Так, опускаемся. То wipe. Так. Кнопка уменьшения громкости. Опускаемся до wipe. Data Factory Reset. Кнопку увеличения громкости подтверждаем. Опускаемся опять. И кнопку увеличения громкости подтверждаем. Делается полный сброс. Все, теперь кнопка увеличения громкости, делаем перезагрузку. Все, теперь ожидаем включения планшета.